Если ничего не получится, ну, допустим, ты самый худший вариант. Дальше, что ты будешь делать при этом? То есть ты приготовился не просто, что я представил, испугался, убежал, заплакал, блин. Да нет, что ты будешь чувствовать, что ты будешь думать, что ты будешь хотеть. Ну, план Б какой-нибудь, да, получается? Да, план Б. На случай неудачи делаем вот так. Но стремишься ты по максимуму все равно к своему. Это не перестаешь стремиться. Но вот ты придумал к самому худшему, вот приготовился, так, отложил на черный день вот это вот, при аварии разбить стекло молотком. Да, ну на очках вон того. Вот, ну, то есть приготовился, все. Больше ты на эту тему не заморачиваешься. Самое низкое дно ты знаешь. И дальше вернуться и порадоваться, что у тебя этого пока нет. И дальше ты работаешь на энергетике радости. Есть куча возможностей, чтобы достичь. Да, если будет, ну да, я к этому уже готов. А сейчас, пока это не случилось, пока этого нет, пока есть возможность, ты начинаешь ценить возможности, начинаешь работать в системе либидо, а не мортидо. Это мортидо, ты защищаешься, там еще что-то. А когда ты работаешь в системе либидо, у тебя азарт успеть, достичь. Вот почему, когда делают уборку, вот надо сделать уборку, и мне это не надоело. Вот. И когда тебе звонят, говорят, сейчас, давай, мы через 20 минут, я с девками буду у тебя, а у тебя дома срач. Да. Тебе надо что? Надо достичь, ну ты не чистоту, а достичь хотя бы вида, что у тебя там как-то вот. Пыль замести под диван. Да, но ты за это время успеваешь сделать в десятки раз больше, ты не устаешь, у тебя вот это достичь, успеть вот до вот этого времени. Не заставить, а вот, вот это одно, да, мотивация. И вспоминай сразу детскую мотивацию. Сейчас в 7 часов придет мама, а у меня не убрано. О-о-о. И вот до того неохота, и вот это не можешь ты себя заставить. И да, сейчас придет мама, сейчас что она скажет, ой, я не хочу даже думать. И вот пол мыть неохота, это посуда грязная. И блядь, сейчас мама придет, ты знаешь, что она сейчас тебе это объяснит, что ты не прав. И ты вот, вот ты даже не знаешь, вот ты даже не хочешь думать. И вот ты, проходя мимо телевизора, раз, и о, мультик. Да все равно уже получать. Да все равно же, вот здесь ты за полчаса успеваешь все, а здесь ты за эти полчаса ты к этому не притрагиваешься. Но все равно же это будет. Че толку дергаться?